прозевал. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 14 декабря. Наступил старый Новый год. И у меня выдалась возможность выехать на рыбалку. Сегодня я решил расширить свою географию, то есть географию своих поездок, и приехал в Шатуру на Святое озеро. Вот. Сейчас уже время 11 час. Вот. Приехал я всегда, как всегда, затемно, засверлил лунок 7, закормил. Средняя глубина около 3 метров, плюс-минус 20 сантиметров. Вот. Сегодня у меня в качестве прикормки Greenfish Ice. Взял 2 килограмма, закормил. Извините, клюнуло. Закормил каждую луночку. Вот. Ну вот, в этой луночке, в частности, было у меня больше всего поклевок, поэтому я решил поставить палатку и осесть именно здесь. Время от времени мы с вами будем выбегать, как говорится, облавливать прочие луночки. Вот, а сюда будем прибегать греться. Ловлю я сегодня на крупный мотыль. Вот, маленькая, около 3 грамм, вольфрамовая, 3 грамм, не знаю, маленькая вольфрамовая мормышечка. Вот, 2-3 мотыля. Вот, есть один уже вот такой у нас. В них не разбираюсь, подлещик или густерка. Вот. Так что давайте половим рыбу и посмотрим, чем все это дело закончится. Поехали. Ну что, дорогие друзья, за рыбалку. Пусть крючки наши не затупятся, а рука не устанет подсекать. Чаек на рыбалке — первое дело. Ух, вовремя выпили. Вот он, еще один, не знаю кто. Удачно поднял у меня плавочек. И вот такая вот не знаю, маленького вольфрамовая мормышечка. Давайте насадим, запустим. Насадила 2 мотылька и поехали. Боюсь, что чаю мне попить не дадут. Ну и слава богу. Всплыл
всплыл. Есть. Мешается датчик от эхолота. Мешается, значит, уберем. Вот он, красавец. Не дает чаю допить. Давай теперь насадим. Вот шайтан, ну что ж такое? Нельзя одновременно рыбу ловить и снасти вязать. Вот шайтан. Взяла на огромную просто мормышищу, поменял снасть, поставил тяжелый как груз мормышку, сверху отводной поводочек, взяла на мормышку. Вот такая вот снасть. Такую мормышку пришлось подбирать поплавок трехсоставной. Боюсь, что его мало. Боюсь, что сейчас придется мне еще маленький поплавочек один нацепить. Такой четырехсоставной. Так, ну что, давайте подождем. Прозевал. И подъем. Опа, мимо. Поклевывает. Хе-хе-хе-хе-хе-хе.
вообще в черти куда. Опа, мимо. Блин, что ж такое-то, ё-моё. Ну ладно, хоть весело. Перенасадились. Шайтан, а. Хороший подъем. Оп, есть. Опять на мормышку. Так, еще разочек попробую. Предыдущий раз взял прям сходу. Ну, вы, в принципе, все видели. В палатке хорошо. Тепло. Дождь не льет, ветер не дует. Благодать. Давайте посмотрим. Ну что, друзья мои, сейчас время 26 минут первого. Вот, за это время я поймал 5 подлещиков. Поклевки нечастые. Подъемы бывают, но не каждую поклевку удается засечь. Ну, оно частенько так бывает. Созванивался со своим коллегой, с Павлом Юрьевичем. У него десяток окушков. Не знаю, у меня сегодня день белой рыбы. Вот. Но в любом случае, вне зависимости от того, как закончится сегодняшняя рыбалка, время я провел хорошо. Недаром говорят, что время, проведенное на рыбалке, на охоте, Господом в счет жизни не идет. Погода сегодня ветреная, сильный западный ветер, дождь вперемешку с мокрым снегом. Было бы здорово все время сидеть в палатке и не казать носа на улицу. Но, к сожалению, в течение всей рыбалки приходилось выходить на улицу, облавливать другие лунки, смотреть. Где-то были поклевки, где-то прикормка была истрачена впустую, рыба так и не подошла, ни потычки, ни шевеленки. Вот. Самая результативная вот эта лунка
которая в палатке. Вот. Планирую посидеть часов до 3. Ну, а потом будем выдвигаться в сторону дома. Ладно, рыбалка продолжается. Давайте дальше ловить рыбу. Ну что, дорогие друзья, наверное, сегодня рыбалку будем заканчивать. Итогом сегодняшней рыбалки стало 5 подлещичков. Те, которые жизнеспособны, отпущу. Те, которые не жизнеспособны, не знаю, отдам кошкам. Вот. Ну что, день прошел. Клевало не очень, но свой адреналин получил, зуд снял, поэтому хочется надеяться, что у вас, друзья мои, рыбалки будущие будут более удачливые, чем мои. Ну а я прощаюсь с вами, оставайтесь на канале, смотрите новые видео. Все будет дальше. Ваш Алексей Романов. Пока. Поплыл. Тоже сейчас поплывет. Дезориентирован немножко. Глупыши. А этот тоже живой. Ну ладно, вроде бы все живые. Это, наверное, с глазом. А, это за глаз поймал. Не знаю, выживет, нет. Плыви уж. Давай. Ладно. Будем сматываться.